еще раз, потому что я с вами уходила, прощалась. Не ожидала, что меня еще раз пригласят на вашу самую, я так понимаю, креативную молодежную площадку. Мне тоже с вами интересно. Интересно с ребятами «Импульс», с которыми я познакомилась тоже буквально, наверное, месяц назад. И вижу ваш там креатив в глазах, как вы горите, как горите за свое дело. Очень приятно. И теперь, в начале церемонии мы награждали тех, кто у нас получил грант. А сейчас у нас каждый год проходит такая интересная конкурсная, скажем так, процедура. Это мы выбираем лучшего предпринимателя года предыдущего. И хочется отметить, что там номинаций много. И, конечно, мы не можем не отметить такие номинации, как «Стартап года». И хотим сегодня «Стартапом года» отметить как лучшее предприятие индивидуального предпринимателя Мишину Анну Николаевну. Она у нас победитель в номинации «Бизнес-старт года 2022» республиканского конкурса «Предприниматель года 2022». Вам достается кубок, вам достается диплом, конечно же, подписанный министром экономики, ну и замечательный подарок брендированный. Потом откройте, пусть для всех это будет невероятная интрига. Все к вам подходят и смотрят, что же там в пакете. А мы награждаем следующего... Илья, я так понимаю, эти подарки, ну, честно говоря, я посмотрела на другой сессии, глядела. Это, я так понимаю, индивидуально. Это будут иметь пока только предприниматели лучшие, да, отмеченные в номинации? Совершенно верно. В прошлом году у нас были супер крутые рюкзаки, и их имеют только предприниматели, я хочу сказать. Только такие рюкзаки носят только выделенные предприниматели 2021 года. Этот подарок будет только у предпринимателей 2022 года. Так? Вы абсолютно правы. Они в тренде туризма и всей повестки сегодняшней региона. ООО «Итлайт». Генеральный директор Лугунов Антон Владимирович. Но выходит прекрасная супруга. Да, получается? Нет, а кто? Основатель? Ну вот надо правильную информацию давать. Мы вас, значит, поженим тут. Поженим. Диплом также, кубок, цветы, конечно же, и спасительный подарок. Не уходите, пожалуйста. Подарок. Не уходите. Не уходите. Да. Еще совершенно верно. Уникальный подарок. Спасибо. Бизнес-старт года. Кармастина Лариса Юрьевна. У нас она самозанятая. Также получает диплом, кубок, который будет, он займет достойное место, мы надеемся. И, конечно, подарок фирменный с букетом. Поздравляем вас! Фото на память. Спасибо. Еще раз благодарим, Лариса Анатольевна, вас. Ну, спасибо всем. Я так понимаю, даже занять у вас минутки. Это очень плодотворная сессия. Коллеги, кто постарше, не молодежь, скажем так, уже. Кому больше 35 лет? Скажите, самая интересная площадка, я так понимаю, это, да? Самая импульсивная. Я понимаю, что за кадром у вас есть еще очень интересные люди. Они уже, я видела, и подъехали, и так далее. Поэтому благодарю всех. Еще раз всех с Днем российского предпринимателя. Ура! Ура, спасибо. Микрофоны возвращаются к Ольге Терентьевой.